Вчера около 9 часов утра в Первоуральске в гаражном массиве в районе филиала Новотрубного завода, или, как шутят в Первоуральске, Второтрубного, тремя неизвестными был очень сильно избит вот этот вот молодой человек, старший лейтенант милиции, инспектор по административной практике Игорь Малков. Человек в Первоуральске очень и очень известный, бывший олимпийский чемпион-конькобежец в последние 9 лет, трудится в милиции. Протоколы, например, на хулиганов составляет. Борется с преступностью. Утром шел на работу. В гараже собирался взять машину. Был в форме. Раньше бывшему чемпиону, говорит, сам он говорит, не угрожали. Когда напали, били серьезно и основательно, бейсбольными битами. Милиционер с черепно-мозговой травмой и переломом предплечья был доставлен в больницу. Находится он сейчас в травматологии, чувствует себя вполне сносно. От беседы с корреспондентом ТАО отказался. Говорит, что никого сейчас не подозревает. Однако ясно, что подозрения эти у него все-таки есть. Знает ведь, догадывается хотя бы, кто на него мог вот так обидеться.